Ай! Ах! Что ж ты, мразь, орёшь-то? Ах, как говорит. О, у меня... А, там выползает. Еще выползает. И не один. А много. На шаг, на здоровый образ жизни. О, а зачем ты не пришел? Они на троих соображают. А я из милиции. Но в чистых местах пить нельзя. Интересно, если в эту хрень выстрелить, она взорвется? Да. Она пропала. В руках у него был там огнетушитель или вообще баллон какой-то, фиг знает. Это тоже за здоровый образ жизни, да? Мы за ЗОЖ. Ну да. Идем на турники. О, он сейчас не пойдет на турники. Турников в натуре нету. Надо дальше идти. Дальше на турники. О, это, смотри, они понавылазили. Блин, а какой там два... О, нашел кому вопрос задать. Я же говорил, что я всю ночь бухал. Ну как бухал? Слушал людей, которые пили. Много говорили. И слава я этим. Девушка. Ты так понимаешь, что эта тварь встает? А, нет. Это та же хрень, которую мы в церкви убили. Надо, что зовут его оставили. Блин, была бы это реальная жизнь, я бы начал бы стрелять сквозь эти щелки. Куча бы времени сэкономила. Попробуй, а, блин. 12, что ли? А, хрен там. We can figure this out. Ну вот. It's open, let's go. Подожди, ну там же няшки лежат всячески. Да. Так приятно наблюдать за то, чем ты занимаешься. Ну то есть ничего, ничего не делаешь, да? С ног поднимал. С колен, то есть. Ну да, первое, что надо сделать, это врачам пизды дать. Я просто, короче, что-то помню, кто-то рассуждал там, то ли в интернете, кто-то из моих близких там, может быть, точно не скажу. На тему того, что как, короче, сделать из нашей полиции нормальную полицию. Ну, там кто-то сказал, что надо зарплату нормальную платить. Тут, короче, кого-то осенило, что если чувак начал брать взятки, то ты как ему зарплату не поднимай, он взятки брать не перестанет. Ну вот, там кто-то сказал, да надо просто пизды им всем дать, короче, типа, короче, все будет нормально. То же самое со врачами. Про врачей тут такая тема. Мне просто полночи чувак втирал, что его баба изменилась с хирургом. Между прочим, женатым с детьми. Ну вот, собственно говоря, в этом все его горе было. Ну, печально, да. Поэтому он как бы не против тоже поднимать с колен врачебную систему, эту медицинскую. Ну, знаешь что, я бы... Ай. Нет, я, ему, да. я только вот на это могу сказать, что хотя бы не с мажором с каким-нибудь, у которого там за место мозгов деньги. С кем? Хотя бы не с мажором там с каким-нибудь, у которого за место мозгов деньги. Знаешь, как часто бывает там, у чувака машина есть, к нему баба ушла там. Ну такая, знаешь, детская шняга бабская. Или там, допустим... Если у него машина есть, то у него, скорее всего, есть охуенный кредит. Ну, не всегда, но... Скорее, короче... Правило, чем исключение из него. Так, я помню, что это сука встанет. Дай-ка я. Блять! Так нечестно. Может, встанет обязательно, да. Да, как она должна встать, если у нее в башке, по идее, сейчас картечь? Ну, может, ты ее таким образом разбудил. Да вообще, знаешь, она как бы. Ну, одной ногой внутри вот этой вот хрени. Внутри своей лежанки. В текстурах застряла. Сейчас будет интересное
Я помню, ты в прошлый раз тут жопу ее все сносил. Блин. А, да, сейчас все разбито. Ой, блин. Все, я пошел сносить все жопу. Опа! Вот, кстати, жалко, что вот это все интерактивное, что у них выпадает, это нельзя использовать, там, подобрать, бросить. Какие они. Блин! Ну это ни в какие ворота не лезет. Быстро что-то тебе. У меня не было просто ни хрена жизни. Ой. Слава богу, я не все не сидят. Ааа! За что? Блин, у нее туфли ебанутые, посмотри какие... А, это эффект был. У меня на экране, короче, туфли были сиреневые, потом они стали вновь обычными. О, это... Еще кто-то рычит. О, вот все, нет, рычит. А вы, человек, лежите. Куда вы встаете? Я, короче, побежал, давно в больнице. И мне говорили, что мне вставать нельзя после операции. Да. А я на следующий день просто встал, потому что это нечего сделать. Что случилось? Нет. Нет. Том, достань там геймпад. Беспроводный, знаешь, достань геймпад беспроводный. Позови маму. Мама! Мам! Один. О, боже. Сейчас будет заставка. О, да, точно. Дай ребенку геймпад беспроводной оттуда. Обник его. Ой, люб, да. А давай нахер. Ну все, отдай этот. Ее это устраивает. А мне пиво. А те же деньги могла живу. Про чебурашку. Ой, слушай, так, молчи. А, я вспомнил это кино. Про любовь. А, ну да, и просто. Слушай, у меня дочка ни хрена разговаривать не умеет, я говорю, сиськи она повторяет. Скажи, скажи сиськи. Чему ты детей учишь? Я не учу. Так она сейчас научится. Будет тебя сиськой называть. Is this what you wanted to show me? No. I thought... Полная драматичность в сценах. А ты в курсе, что следующая кампания будет по типу Dead Space? Не, не в курсе. Я там у Логинова посмотрел вкратце. Ну, что-то я это... не помню там Dead Space. А, там же это. Надо 201 набрать. Что не так? А, я вспомнил момент. Что тут было дальше для нас? Просто жопу разрывающе сложно. Да нет, мы это в прошлый раз прошли вообще без сучка, без задоринга. Ничего там сложного не было. Нас жопу разорвало от... Нас, короче, съели. Мы там бегали. Надо было на рычаги нажимать. А мы не успевали, и в итоге нас сожрали. Вот собаки сейчас, походу, будут. Я предлагаю сразу завалить. А, так они внизу еще там... Да, конечно.
что-то я никого больше не вижу, но они обязательно появятся. Да, конечно. Даже не сомневаюсь. Где? Так, вот она. А теперь назад, короче, надо бежать. Так, блин, я даже вперед-то не прошел. Я понимаю. Мы должны активировать их один за один. Все должно быть сложно. Да пошли вы на. Фигни-то вообще. В прошлый раз эти скоты меня сожрали здесь. Все, я пошел. Я не помню. Ой! Ой-ой-ой! Ну я, короче, постараюсь прорваться. Блин, черт, ты вообще где? Да я за решеткой! А, ну. Ладно. А-ха-ха! Вот тварь, а! Я бегу на помощь. А как ты бежишь на помощь-то? Я тут в закрытой местности. Не знаю. Я посмотрел сейчас фильм ужасов, триллер. Чисто расчлененки, слэшер, наверное, да? Получается. Да хер его знает. Понять не имею. Да еще хрень, честно, я такого говна еще не видел. Называется он. Блин, я даже забыл. А, никто не выжил. Он настолько пишет просто несоответствиями. Нелогичности, что я и даже не знаю. Блин. Фильм, блин. Фильм надо было назвать, никого не жалко, блин. Ну вот видишь, я тебе помог. Ну да, я просто тут уже прошел, вылез там, где надо, так сказать. Ты жив еще, ублюдок? Чтоб тебя. Отъели мне еще одну шашку. Чипает. А, бегут. К ним лучше близко не подходить. Они что-то очень уж агрессивные. Опа! А, не прикасайся к этой, к решетке. Она потоком. Воды. Смотри, их вообще просто в говно смело. Так, тут я тебя подсадить должен. Сейчас. Давай, запрыгивай. А, блин, не плечи к зомбакам. Да, у меня тут не лучше, кстати. Ты там как, нормально? Да у меня тут вообще чисто все. А я тут с женщинами разговариваю, ну что-то я кофточку не красивее. Так женщина с женщиной, понимаешь, да? Угу. Ай! Это сожратенький! Еле-еле. Слышь, там твоя орёт, что типа там меня тут убивают, все дела. Да, ну так и в общем-то и есть. Прямо скажем, не врет. Да сколько можно уже идти-то сюда? Блин, они не заканчиваются, эти собаки странные. Очень много здесь у меня. Блин, ну, она мне... чем мажет, она не может просто не ударить, понимаешь? Ну мои, да пошли сюда. А! Все, капец, сейчас меня сожрут, блядь. А! Типа, короче, тебя... Ты там лежишь, что ли, да? Ну. Поганое дело. Да приятного мало, все. Короче, их тут трое было, я с ними не справился. Надеюсь, недалеко будет начало. Ну, недалеко, только за рычагами придется стопудово еще раз бежать. Это правило тупого шутера. У меня в загрузке ты убиваешь клоуна. What the hell did I just see, Ada? Так, 201, что ли? Kind of. Yeah. No point going back anyway.
возвращаться на смысл. Да. Да. Блин, сейчас опять то же самое дерьмо. Ну что такое, а? Вот реально, вроде бы ничего сложного пройти не можем. Уже третий раз. Ну да. А там просто я лажаю. В прошлый раз то ли я лажал, то ли все вместе. Не помню, короче. Не помню. Ибо нехер. Так, пошли дальше. Блин, а? Вот что плохо, то что все это дерьмо скипнуть нельзя. Не, почему? Дерьмо скипнуть можно. И на что жать надо? Я не помню, мы в прошлый раз скипнули заставку. Это вроде как не совсем заставка, а просто показали комнату. Не, ладно, погнали дальше. Дальше, назад надо гнать. А, здорово, братья. Да блин, я же первый на него набросился. О, фига, он меня кусает. Че я его забить должен был? Так, на, посмотри на свою игру. Ты там как, живой? Да. Ну, черенький, что делает это другое. Да блин! Да не получится. Да что ж такое-то? Заступись за женщину. Ау. Да, я смотрю, тебе джентльмен попался. Да тут еще какая-то курва, блин, крашеная. Аж шла вон отсюда. Ты куда ты пошел, блин? Мне ачивку дали. Истребитель зомби. А почему мне ее не дали? Ты мало истребил. Да ладно. А, хотя ты 6 часов играешь, а я 4, вполне может быть. Ну вот у меня опять всего 2 этих кирпичика. Жри аптечки. Чё, беги, где их жрать, нет его аптечек. Да просто надо собирать, чё. Я-то и жру, сзади. О, приветствую, женщина. Сейчас я пока гляну, что-то у меня есть. Сейчас, мне можешь спрей есть. У меня трава зеленая есть, и много. Да, у меня есть спрей, короче. Сейчас я тебя пшикну, на. Ну что, жизни теперь есть? Да, и в общем-то достаточно. А, и ты меня можешь подкинуть? Замечательно. Да, конечно. Ха-ха. Нифига. Вали зомбака себе. А, нет. Да чтоб тебя. Наконец. Опа. А. Вот это поворот. И чем еще делать? Блин, я постараюсь со снайперской винтовки тебя прикрыть. Так. Они плохо сработали. Ну, ты можешь дернуть за рычаг-то?
Так. Ага. А, если есть гранат, кидай. А, не к добру, он намигает. Слушай, оно не к добру мигает определенно. Давай внутрь, иначе сейчас подымется. А где ползут? Я туда пошел. Дай его крутик. Давай, короче, наверное, надо в натуре одновременно. Я не понимаю, кто это все построил, и главное, нахуя? Чё за клетки? Почему они опускаются в воду? На кой хер? Я вот тоже не понимаю. Это типа как какое-то обязательное условие для развития этого злоебучего вируса? Ну, а там идет. Да, это еще один зомбак. Это еще один. Ну, зашибись, да я его даже видел. Никогда не... Блин, зомбак, который в пространстве перемещается. Самое смешное, даже, короче, не передвигая ногами. Ну, там же такие агрессивные, у нас гопники, и ты на районе не такие агрессивные. Еще, кстати, очень много зависит от Эванта конкретно. Ну, чего? Типа, если там что-то... Ой, блин. Унижаю его. Да какого фига я жму, стреляю. Охни. А-а-а! Что это? Патроны кончились. Так, я понял. Тик. Тик. В рукопашную пошли, бери шашку на голову. Воу! Прыгал, прыгнул прямо на меня, ублюдок. А! Да я еще сзади тебя прикрываю. Задница какая-то. Пошел вон! У меня сзади зомбаки переглючили, они бросаются на стены. Везет тебе. А! Вот это да. Въеби по этим мудакам, пока не заморожен. Они с одного удара разваливаются. А! Что ж ты будешь делать, а? Там есть помнились. Короче, валим отсюда. Куда валим-то? Вот сюда иди прям. Я сами валюсь, тогда сразу. Блять, мертвая шлюха.
Бля, в натуре, по-моему, они не заканчиваются вообще просто, в принципе. Иди за мной, вот все, вот здесь нажимай, давай, полезли отсюда, быстрее. Ага. О, еще. Да, походу мы там долго могли зависать. Наконец-то мы прошли этот кусок дерьма. Я пожаловалась, Амичка, Путину, и у нас на мэра завели уголовку. Чего? Был прямой эфир Путину. А, ну да, я знаю. Пожаловалась, короче, Путину в прямом эфире, причем по вопросу, с которым уже разобрались. И на мэра завели уголовку. Окей, чё, фильм, я не... И чё за дело такое? Настя! Чё говоришь? И чё за дело такое? Да там по ЖКХ. Ну, типа что он был в курсе, халатно все дела. Прокуратура завела уголовку. Короче, опасные у нас пенсионеры, чтоб ты знал. Да это случай же не первый. Вот эта вот телега, кстати, вообще пиздец. Это меня раздражает ужасно. Это знаешь, вот как вот типа, ну, должен быть реально государственный аппарат, отлаженный и хорошо работающий во всех отношениях. У нас он работает только когда Путин вмешивается. То есть, вот, короче, если что-то не работаешь, там, типа, звонишь там Супермену Путину, он все разруливает. Ну да, есть такое. Причем, казалось бы, мелочь. Лентарушники же написали, он идеальный глава этого, как его, ЖКХ. Вот президент еще вопросы ЖКХ не решал. Реально, вот если он такой крутой, он, короче, не может... Ой, что это за такое? Если он такой крутой, почему он не может организовать, ну, как бы, нормально отладить госаппарат, чтобы все работало как часы и без чужого вмешательства? Почему надо обязательно дергать его, чтобы что-то там как-то где-то заработало? Почему надо вот... Вот он говорит, нету культа личности. А что это, если не культ личности? Ну да, в общем-то. Это пенсионерка весь город ржет. Ведь не обижается. О, отлично, заставка. Ну ты чё, она все это время лежала? Да, похоже. И она причем на каком-то алтаре, походу, лежит. То есть ее хотели там либо сжечь, либо еще чего-то. Ну зря не сожгли. Шлюха, говоришь, мертвая. Вот тебе живая, да? Жила. Окей. Enough with the mystery. Ну ладно, говорит, хватит загадок. До 10 стильно, чувак. Пол игры пошли. Что-то платьице у нее крутое. Ирэн, посмотри на нее. Это то ли ночнушка, то ли непонятно что. Шлюха. Прикидывается. У нее тут, короче, бордель был. Она там работала. Мы тут все разрушили, короче. Она такая, ах, спасите меня. Только в милицию не отдавайте. А, ну зашибись, капец вообще. Как тебе, удобно? Ты, наверное, идешь медленней. У нее глаза куда смотрят вообще. Да что ж такое? А ты не можешь повыше ее поднять? Сейчас попробую. Ну просто, она у нее платье, ну как бы... Она жопой трясет, когда я бегаю. Я должен это видеть. Главное, почему не я тащу? Я же мужик, все дела. Ой, я прям вижу щачло ее, прикинь, если не А что, спрыгнуть не можешь? Эй, да просто отсюда удобно смотреть. Так себе, не проселяй, я тебе прямо скажу. Блин, аж траву взять не могу за нее. Нет, ты не можешь ее взять, потому что слишком все всякого дерьма. Его надо это самое. Я правда... Блин, как двигать-то? Блин. Дай, да чё ж такое-то? Передвигать? Ну, вот а, колесо мыши, гениально. Сейчас, секунду. Вот это надо выкинуть отсюда. Да. Да ёп. Не, я должен пытать не показать. Дай!
Иди сюда. Да. Зря. Так, травушку взял. Все, он мост, иди, блин, на мосту, там зомби, давай, пошел. Не, у нее там ночнушка такая, блин, почему не видно ее пердака, реально? Она да, просто... видно, я же говорю, я камеру вниз спускаю, все видно. Везет тебе. Плоский. А сверху, кстати, ничего. Подожди, не бегай, я хочу... Блин, у меня камера не заезжает под это дело. Только когда бегаешь, видно. Так нет. Так, вот это что такое? Почему я присаживаюсь? Смотри, он видишь мост? Там ты снизу будешь как бы на меня смотреть. Я могу встать вот так, и ты будешь видеть все. Ну давай, что? А, если вот так вот? Ну. Да все равно нихера не видно. Это прям как, знаешь, такая подстава. Мужскому персонажу нихера не видно, как назло. Что за нахер-то, а? Блин. Пошел вон. Ой, он с каких тут времен-то бегает? Когда еще вирусы не было? Это охранник. А, слушай, там сзади еще клюются. Ай! Самое прискорбное, что я даже лечиться не могу. Стрелять ты тоже не можешь, да? Ничего не могу. Даже ошибись вообще. На что тебе вызвали? Геймплей, короче... Господи. Лезет какой-то... Что? Что? Ты на Тане не звонила, что ли? Геймплей, короче, открылся с новой стороны, да, Андрюх? Теперь ты вообще ничего не делаешь, короче, только бегаешь. Я сижу, играю просто. Да ёп. Тай! На! Оу! The roof is caving in! Крыша, короче, съезжает. Никто не может собирать очки линии, корабль. Весело стучит. Сейчас надо скомбинировать говна себе. Там впереди опять кто-то. Сейчас, погодь. Ладно, пойдет. Я не задали много. О, у меня теперь лечилово есть. Потрясающе. Move in! Да. Ханаган, come in. Damn it. Да, там мой рюкзак такой новый, прикольный. Тебе а, там... Помоги, пожалуйста! Я не могу, я двигаю ящик. Черт! Ты прям, короче, с этой дуры умер вместе. Ты даже ее не снял. Нет, слушай, ты же мог ее в уголок положить, набить рожу зомби, там все дела. Я не знаю. Ханаган,
Так, ну тут типа сзади должен чмом быть, да? Ну да, но тут где-то он был. А, ну, вот они лезут. Там уже зря ты снимал, поехали отсюда. Ну вот, как бы в прошлый раз тебя вот эти товарищи пинали. На, пойдем, спинимся. Там это, там сейчас плеваться будет. Да я ничего сделать не могу, думаешь, я что ли двигаю? Нихера. Потрясающе, словил кислотой. Просто может, можно было его издалека порешать. Да кто же знал, что он там есть? Так видно же было. Да нихера не видно, пока ящик не отодвинешь, ничего не увидишь. Видно в процессе того, как он двигает ящик. Давай ее, короче, вот здесь вот оставим, вот в этом окне. Ну давай, чё. Не слазит. Так, сейчас попробую задом сдать и садить. Чёбаная ливневая корова. Тут какая-то сраная арена, и тут сейчас что-то будет. Арена? Да. Похоже, мы еще уровень прошли. Вы можете остановить группу зомби, выстрелив в ногу первому зомби в группе, однако... Они там друг об друга спотыкаться начнут. Ну, по идее, да. Логично, кстати, они ж тупые. Да и мы, кстати, не очень умные по своей природе. Мы об трупаки спотыкаемся и в ямы проваливаемся. Ну, это такой движок, понимаешь. Вау! Ну, нахрена я тащил? Вау! Честно. Я, кажется, помню на ютубе эта заставка, сейчас будет весело. Сейчас будут сиськи? Не, не будут. И не смущает ничего, что? Ох да. А, ну. You look like you've seen a ghost. Она, походу, специально так сделала, чтобы второй чувак из кокона не появился. Она, типа, какой-то силой, видимо, обладает или что-то такое. Потому что та чувиха, она... А, ну может это, конечно, не та заставка была. Да, не то. These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. So sorry, Debra. It's all my fault. А, не то. Get away from her. Stop. Don't shoot, please! Ой! В ёбаного ничего падают камни. А тут ничего теперь делать. Дебра, where are you? Она говорит Дебра, а переводит Дебора. Так, а ты чё играешь за эту бабу в красном? А, нет, вроде бы нет. Да пинай уже его, блин. Ну чё, по идее, кстати, здесь за троих можно играть. Here. A ring? Все те же самые действия, что мы даем, делаем. Сейчас проворачивается вот с этой бабой. Okay.
зачем? Без головы. Так, а что там внизу? Ни хера. Практически пришел. Что ж такое? Но, блин! Не могу словить. Нет. А? Так. Слушай, вот у этих платформ, ты посмотри на эти вообще доски. У них еще какие-то механизмы. Watch out, you two. She's strong. Watch out for yourself. Где моя снайперская винтовка, блин? О! Какая она сильная, я даже в нее выстрелить не смог. О, я еще. Да когда же это все закончится, да? Хоть бы соски ей нарисовали. О, у нее гениталий нет. Убей ее за это. Обязательно. Мразь. А, патроны. Совершенно не могу найти. Попадаю, как работает. Да что ты будешь делать, а? Вау! Мать твою! Ты не пункт, лакай. Ааа! Иди подальше, все не то. Красная бочка, она просто взрывается, запомни. Не, ну это ни в какие ворота не лезет. Оу! А, надо в щупы-то стрелять, а я-то думал. Я ж говорю, желтая фигня. Ты действительно вообще не играл. Нет, конечно. Я в я в голову стрелял. Как бы. Нет, 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 тварь! Ай. Черт! Ау, нет, прыгай вот так вот. Прыгун. Сраный, блин. Эй! Чё она за мной-то охотится? Ага, ага. Похоже, что не попал. Ой-ё! Так это я или живой? Поднимите уже меня. На, я тебе даже аптечку дам. И лежи. А! Да ты задрал уже, сколько можно? Когда вам меня вскачет, что я делаю? Поднимайте меня тут. Смотри меня, в следующий раз топнуть не хана. Блин, а что я могу сделать? Ты уже все мои аптечки просрал, и так. Ай! Я сам скоро отъеду, ну вот. Отлично мы играем, просто потрясающе. Я взорвал сам себя. Да, я заметил. Не то, чтоб я сдался прям. Так, а когда она наверху, когда наверху стоит, вообще нет шансов. А нет, вот горит это дерьмо. Так. Сейчас я к ней подойду опять. На, в очко! Put her down. If you have any sympathy for her. This is
is a nightmare. It can't be real. Знаете, девушка там наверху выживается. Ну да. О! Охереть можно! Чего ты хочешь от меня, сиська ходячая? Хи-си! Главное, я немного потерял после того, как меня проткнули буквально щупальца. Опять упала тварь. Попали. Не подходи близко-то, ё-моё! Ну, нормально, все. Ты чё, ты посмотри, главное... А, вот. Ну, начинается. Контрольная точка. Так, ещё я один, что ли, такой? Чувак не успел. Чего не успел-то? Ай! Это сейчас ты что ли успел? Не, ну там я тебя мог прикрыть вообще, ты знаешь. А кто мне поджег сейчас? Ах, ты ж... Хер дойдешь. Нет, как-то спокойнее, знаешь, едешь и едешь. Да. Да, мне кажется, сейчас совсем не так. Оу! У меня тут Диснейленд. Настоящий. Микки Маус пришел. Да-да-да, полно Микки Маусов. Так, я куда-то спустился. Почему бы тебе, например, с нами не поехать? Да вот. Это дешево и выгодно. Да что ж такое, до меня доплюнул уже как. Да меня тут домогается постоянно, я уж даже не удивляюсь. Хер ты плюешься, ублюдок. Так, а че мне тут прыгать? А. Ты походу надо какой-нибудь рычаг нажать. Да не, это вряд ли. Не знаю, мы чего-то ждем. Перемен, наверное. Нехуй было за Путина голосовать. Да нормальный мужик. Если не Путин, то кот. Дед мой, блядь, вот кто. Так, да, в натуре рычаг. Так, а чё? Мне только нажимать надо, как ебанутым. Блядь. Окей. Собирай ништяки там по краям. Так, все собрал. Ну, наконец. Я тебе ногой сейчас заехал по плечу. О, боже. Я свечусь, как будто я святой. Тут надо присаживаться, походу. Ну, точно. Ха-ха! Я нажимал. Стоп, Смотри, она к нему что-то... Ой, на ходу, вы что, стрелять? Ну что, не? Снайперку убирай. Да ты что, я на ходу не прицелил. Консольщик ёбаный. А чё в неё стрелять-то нельзя? Конечно, мы переехали её. Сейчас всё начнётся. Давай, блин.
заметь, я один все отстрелил, все клешни. Да не надо, я верхний. Вся эта хрень напоминает дорогу, которую мы в Майнкрафте с пацанами построили. О, блин, туда надо попасть! Оу! Вот они, мрази. Мрази. Что-то как-то вообще не видно. Оу! У-ху! Однако повезло. Ай! Черт, не успел нажать. Я боюсь просто, что мы бы это самое. Ты ёкарный баба, я нажимал же на эту кнопку вонючую. Какого чёрта? Опять. А, я не могу попасть. Твою мать, дела плохи. У меня одна жизнь, и ничего нормального. Ты надоел уже со своими клешнями, они откуда только не вылазят у нее. Одна откуда не другая. Прямо из башки. Слушай, так это ж хуи. Ладно, не напрягайся, а то у меня станет вот так. Пошла нахуй. Не матерись, говорю. А, ну ладно, извини. Давайте еще поддержим ее. Я бы сейчас, кстати, и тебя, и ее застрелил бы. Ну, вообще бесит, честно говоря. Вся в смазке, скользит. Прости, господи. Да отпусти же ты ее, он пусть падает уже. Фу, блин. Вся в соплях. Она может, кстати, такая, потому что ей не дали до конца трансформироваться. Мне кажется, так. Интересно, во что она должна была превратиться? Ну, нормальный человек, как вот эту. Вот эта вот девка же, она тоже, походу, из этого кокона вылезла. Ну, девка в красном. О, трусы! Интересно, у нее стринги? Не, я смотрел там такие панталоны. Панталоны? Да черт! To do. So I helped him. I helped Simmons breach the president's security. Hello. That sounds like Simmons, all right. Как она помогла нейтрализовать охрану президента? Ну, она наверняка какой-то там агент в какой-то службе специальной. Просто она слишком дохрена умеет, видно, то, что тренированная. In a very dangerous game. And if you don't play your hand right. А это Бэтмен. В матери божьей, в натуре, или Скрудж Макдак, или кто там, черный плащ. Черный плащ, ну. Панаген, you need to be careful. Кстати, это. Черный плащ, он вообще. Непобедим. Сколько фейлов у него, когда он что-то пытался сделать такое крутое. Она, скорее всего, что-нибудь головой ударилась. Сломала что-нибудь себе обязательно. Вот я лучше бы, кстати, на это посмотрел, чем на все остальное, что мы здесь видели. Что-то как-то... Да, кисленько. Ну что это значит? Кто круче? Я получил именной жетон. Хотел бы я знать, что это значит. Тоже... Так. Давай, наверное, закупимся всяким говном.
Ну, я с этого экрана уйти не могу. Там есть, короче, закончить игру, по-моему. Да, у меня нет ничего, у меня идет отсчет какой-то долбанутый. Как же, внизу справа там ничего, никаких подсказок нет? Ничего нет вообще. О, игрок покидает игру. Вот теперь есть.